обязательно ли, если жуки сидели вначале вот на одном из этих 39 полей и перелетели на эти же поля? А у меня вопрос, только одна центральная полоска? Ну давайте вот такая картина. Конкретно. Одна центральная. Шестерка. Черт, вот этих клеток просто нет. Вот их нет. Здесь нет. У нас всего 39 клеток. Ну так же, как вначале была у нас полоска из 9 клеток, потом у нас был крест. И сейчас у нас конкретно такая доска. Вот больше нет. Ну все равно надо проверить, да? Отразить по вертикали и, да, можно даже как-то сложить книжкой. То есть этот ряд у нас пойдет сюда, и эти оба ряда у нас будут здесь. У тебя 35-36, я не знаю. Так. Ну, во-первых, право. Давайте возьмем. На этой картинке просто вот эти все числа перебросим туда. А дальше внимание. Не просто их туда перебросим, а после того, как мы их перебросили, у нас получилось что-то вроде цифры, правда? Мы по циклу сдвинемся. Ну, для надежности, скажем, на три клетки. Улетел сюда, правильно? Нет, сюда, сюда. И потом сдвинулся. Раз, два, три. Значит, вот здесь вот оказался шестой жук. Пятый жук остался на месте сначала при этой операции и сдвинулся раз, два, три. Операция такая: сначала левую часть не трогаем. А что вообще предполагается сделать? Надо сложить числа, написать. Да, ну... Около каждой клетки надо написать номера, которые на эту клетку сядут. Иначе вы так и будете сидеть, думать, что это как философское учение. Не философское учение, ребята, это конкретные числа надо написать. Мы делаем операцию в два этапа. Поймите, пожалуйста, вращать всю эту конструкцию. После того, как мы правую часть сюда вот перебросили, мы можем уже все, что получится, вращать. Кстати, на эту клетку на самом деле перейдет не только шестой жук, а еще какой? Девятый. А на самом деле четвертый. Четвертый. Четвертый сдвинется на раз, два, три. Четвертый и шестой. Вот четвертый просто сдвинется на три. А шестой сначала перепрыгнет, а потом с ним двинется. Так, кто может выйти и написать номера? 9. Это не понимает, что происходит, да? Один сдвигается, 9 сюда отображается и сдвигается. Сюда же надо. 10 и 32. 10 и 32. Сюда. 11 и 31. 11 и 31. Отлично, сюда. 12 и 30. Слушайте, ребят, а по-моему видно ведь, а? 14-28. 14-28, совершенно верно. 15-27. Не знаю, мне, по-моему, совсем просто все это. Сюда что? 16-26. Сюда. 16-25. 18-25. Так, 18-24, правда? Да. Что можно даже не дописывать? Еще раз, все очень легко. Мы взяли вот эту часть, давайте еще как устроено, вот эту часть, переложили сюда, и после этого эту рамку провернули. Хотите на 3, хотите, можно было намного больше. Действительно, все понятно. Последний легкий пункт. Да. Последний легкий пункт заключается в следующем. Рамочка будет еще больше. Значит, или дырки. Вот этого нет. Да, вот нет таких вот квадратиков размером 3 на 3 каждый. То есть добавляйте просто там вот лишние. Да. Придумайте способ, чтобы жуки так взлетели, чтобы ни один из них не оказался на своем месте или рядом со своим местом. Да. То же самое, только складывали два раза на вертикали и горизонтали. А дальше что делать? Ну, и это так же. Сложить можно. Что значит сложить? Это значит, вот эти вот все оказываются там, да? Вся левая часть переходит сюда. И еще снизу вверх. Да. И еще снизу вверх. Отлично. А вот дальше... Поворачивать. Дальше вы ее просто хотите провернуть. Как? На три штуки. На 3 штуки. Ну, для надежности еще сильнее. Ну да, на сколько-то штук. Слушайте, а по-моему правильно. Вот эту штуку всю кладем сюда. Сделаем? Угу. Потом снизу кладем сюда. Угу. В результате у нас все жуки стали сидеть вот здесь.
Но и на этом они еще не успокаиваются. После этого они берут и все проворачиваются достаточно сильно. Ну, например, можно здесь вот взять и сделать центральную смену. И из-за того, что здесь провернулось, ребята, посмотрите, какая история. На окружности не верна теорема Браунинга. Когда у вас есть отрезок, то при непрерывном отображении отрезка в себя какая-то точка останется на месте. Отлично. А когда у вас есть окружность, то взять, скажем, поворот на 90 градусов. Или поворот на 180 градусов. И у вас каждая точка сдвигается. Понятно? Вот здесь такая идея. Только у нас было 4 дырки. Ну ничего страшного, мы вот так вот переложили и получили штуку с одной дыркой. А там уже легко прыгнуть. Да. То есть для циклов это не работает? Да. То есть, когда есть, что называется, дырки, то эта теорема не работает. Да? Уже плохо. Почему плохо? Наоборот, мы понимаем ситуацию. Мы понимаем, о чем эта теорема.